Надо герой как враговой. про. Так, получается, что Сначала было? убили двух боссов с токенами, да? Нет, одного. Один Одного. такой с Руки только. рыбу убили и слепца. На самом деле, 1000 кп это легко отмыться. Портуйтесь отсюда, Да, надо с конечно. обычки А выйти. что, среда Портуйтесь. упала, нет? Нет. Нет. Цунами. Цунами выпал, блядь. Паренька только это, как за УД. Цунами, да, с хостой. На рогу, на анхолика. Блин, интересно, что будет Ну, инвизибл давать конечно. с двумя триньками. Так, Триньками. Мэтфокс, уходишь, да? Воин. Слышь? Чё? Ты вот когда отдаешь Т5, ты второе прикрепляй к ним тогда, чтобы хоть Я какой-то все профит это был. прикреплю. Все это и их следующее, это 5. Ну, конечно, тыгнули, блядь, ты здесь под конец рейда, ну ладно. Так, 2400. Ой. Так, вот Фокс свободен. Да Ты на... какие Ты... 400, блядь, день за 40 Встанет, лет. 5 навара выпало. Заодно, что там тут 5 навара, Да, забирай. заходи, смотри там, кто уступит тебе, спрашивай. Да Этот не, самый... я уходит. пойду чилить дальше. Дай Я, там по-моему, это. там ЗС Здесь обычка стоит. стоит, не заходите. Да какой ЗС, блядь? У нас Идите. человек ушел, блядь. Нужен рейд на два босса Так у через... нас осталось, мы не успеем даже, наверное, трэш Да пошли, бля, ебанем. Хотя бы забить. одного даже ебанем, нормально будет. Заходи, блядь. Лидерку передал. Сейчас уже в конце... Ну, одного хотя бы ебанем. Чё, жук хочет триню? Хук? А. На работу. Ну вот видите как, блядь. Вы даже досидеть до 8 не можете. А чё вы не можете досидеть, блядь? Чё мне сейчас делать, блядь? Могли бы ебануть, блядь. Пошли трэш, и одного успеем мы. Давайте, сумоньтесь туда. Шадоу тоже, блядь, свободен. Ебать вы играете, конечно. Чё, полчаса не досидеть, что ли? Так, заходи. Пошли гнилого, плюс. Вот, два слота надо в рейд. Так я Вот. же говорю, что за меня. А Вилани, вон... Заходите, блядь. Обычка, кто-то там, обычка или что стоит, не пускает. Обычка стоит. Да, обычка. Посмотрите, кто в ЗС остался. Из тех, кто АФК, наверное. В ЗС, блядь, сидит, А, блядь. я приз. Райки. Вы, блядь, вот эту привычку, блядь, рейд переходит, вы остаетесь, блядь, вечно в рейде, блядь. Сидим, ждем. Кто еще? Кто Давай, еще в обычке? Нити одну, блядь, то, что на камень. Кто еще в обычке? Нихер. Никого больше нет? Тупые, блядь. Тупые, никто не тупые. Все, это открылась ссылка? Я отходил, Да. хули ты пиздишь на меня, блядь. Тихо. Никто не пиздел. Ты чё такой агрессивный? Тихо, блядь. Не дай бог сейчас продолжите, блядь, просто мутану. Просто это, может человек в туалет отошел. Кто тупой-то, блядь, вы чё, блядь, гоните? Так нажми, Это... камень и иди в туалет, блядь, пока он кастуется. Давайте, это, тихо, это. Значит, один слот в рейд есть. Кто там заходит? Их дым. Вилания. Мардаун, Чё? Он уже прессует, три раза, Вилания. блядь, сплюсовал. Да я не вижу, нахуй, этот пиздёж. Чилит уже которую неделю. Кто? Биг Дэм. Да, Биг Дэма надо. Да какой, блядь, чилит? Какая простите, неделя? Вы чё? Вы, блядь, если Это... вы, блядь, с ума сошли, нахуй, со второго числа рейдить, блядь, я чё, виноват, что Почему ли, вы что с ли? ума сошли? Вот ты говоришь, ты не бухал, ты работал. Ну, наверное, ты сейчас заработаешь, ты 5-2 куска купишь себе. Правильно? Мне некогда было, я сначала отдыхал, потом работал, да. А, ну вот, видишь. Знаешь, у тебя Но были не, каникулы. но не бухал. Ну, это уже другая история. Да. Так Мардаун в рейде, в Совершенно чем проблема? Какой маг, другая. нахуй? Ты накурился? Какой еще маг, блядь? Это Гера. Да, у меня маг нормально У тебя дает. что там? У тебя что там, приоры дохуя на магии? Или что, блядь? Что ты хочешь? Вы видите, сколько магов в гильдии? Куда вы их делаете, блядь? Ну, Не, по-моему, не, для я магов не... другое выше, наверное, только. Я не против А, ну, магов. 2-2-8 еще. Вот у вас там шкаф стоит, мне просто Три интересно. мага, где вы там? Стоит, стоит. Я вот бегу сначала инста, типа. Вот 5 было недавно. Ты чё тут внизу бегаешь? Иди Прикните. в портал, блядь. Не люблю щиты. Я не против магов, блядь. Ну, мардаунт, это не значит, что... И чё, блядь? Ой, пиздец. Еще и полрейда тут нету. Мардаун долгонога забрал, дамажит теперь, да?
Так один хрен теперь эти долгоногие, гадюки будут же с черного рынка. Каждого твинка, блядь, сейчас будем одевать, блядь, бегать. Еще. Людям одеваться надо, блядь. Каждый бегает, твинка себе одевает. Надо, чтобы это... Страховка была. Сейчас, чем больше мы боссов убьем сейчас, что ты хочешь, Invisible? Тем меньше боссов нам бить завтра. Нам убить лича надо. А не хуйней заниматься. Пойти в око выбить второй кусок людям. Там тоже боссы и манекены, блядь. Короче. То, что вы фкшите, это очень... Это очень охуенно. Вы принимаете сумон, блядь. 6 хилов, может я на алока зайду. А хорош вы вот это по персам прыгать. Я там нормально буду дамажить. Да вы заебали просто, блядь. Вот. Ну отдавай. Да не, ну типа. Вы не понимаете, за... что людям тоже надо одеваться вот с одного перса. Я ничего лутать не буду. Прыгать, типа, чисто за мифика зайду, побью немного и все. Не надо ничего никуда заходить, блять. Ничего, ну. Непонятно сказано, что ли, или чё, бля, не могу понять. Идём сейчас пару боссов убиваем, вот сейчас тухлого ебанём точно. Не знаю, как... Гнилого, приз. Гнилой нахуй. Надо, чтобы IQ было много. Пока я все второй нахуй. Ты отдал триню? Сколько я там закидывал за нее? 400. Кому триню досталось? Ну. Не, бля, если я по плееру внизу там, если кому-то повыше надо, ты собираешь. Там только вы вдвоем вроде. А, ну тогда. Шаман куда делся? В резке вроде три не даже дороже стоили, чем тут. Мардан, чё у тебя за хуйня? Удочка, блядь. Тыква на голове, блядь. Что это за параша? И ты в ШП, если что. Он еще не хочет за шипы играть. Чего, блин? Тут это... долго ногу забрал. Это шутка, надеюсь, была. Давай сюда отведем поближе. Чтоб там не спулили вторую собаку. Люблю, что ты тут, или что у тебя? Какой-то отход начался, блядь. Да, что может Бардан сказать свое оправдание? Такие интересные, блядь, когда Гера, ну, тут не до ваших хотелок, блядь. Или вам самим хочется это все поруководить, позаниматься, блядь. Так решайте вы тогда, блядь, хули. Такие интересные, блядь. Я похожу, почилю, блядь, музыку послушаю. Давайте, блядь, активнее хуярим эту хуйню. Блять, торопимся, чтобы завтра нам проще было. Челики АФК, вообще заебись. Завтра, значит, пораньше сбор. Сейчас вторую собаку уберем. А сколько, на полчаса? Ну, да, в 16 там написано РТ. Значит, это самое. Я думаю, с чего начать лучше будет. Гидрос. Что, Райан отдыхает уже, все? Не знаю. Ну смотри, трэш у нас зачистен, мы можем гидроса, либо целкана. Он ушел же, по-моему.
Да, я не ушел, меня кикнули. Я отходил. А, я понял, почему так. Потому что ты в инсте остался, а сложность там обычка стоит. А чтобы в Геру зайти, надо в Геру. Я понял, понял. Ну, отходил, я понял. Я не знал, что вы ЦЛК собрались. Ну, вот видишь. Вы как-то это... Отходите часто вот, после боссов. И потом так получается. Ну, сейчас посмотрим. Опа. Кто по кубику выиграет, тот пускай забирает. Ну или передадите, если не надо. Или с эти мага пошли на тухлого. Ладно, всем доброго вечера. Завтра постараюсь зайти на РТ. А что, ты все, уже спать ушел? Может сейчас одно тело надо будет на босса? Трэш. Да нет, я сегодня последний день работал. Мне надо документы заполнить, все завтра сдать их все. Ты прям срочно уходишь, я к тому, что вдруг нам сейчас это тело понадобится, мы из-за этого еще разойдемся. Могли бы два босса сейчас убить. Ну если что, тегните, я за компьютером сижу еще пока. Да. Так. Рианти, тебе надо что-то с этого босса? Или что, Энх, тебе я забыл, от какого надо босса, что? Тебе с тухлого надо или с кого? Потом вместо Энха зайдет Рианти на огневого. Энх, быстрее напиши там что-то, я не помню, бля, что ты писал. Ешьте рыбу. Стухлого, да? Все же ешьте. Так, ставлю метки, я первый на боссе. Не забывайте тактику. Так. Проверка. Давайте сейчас. Дайте пристамбах. Принимайте быстрее, это самый рарник, сед же тут. Готовимся. Да. Вист готов. Вист, прием. Так. Ты да будешь танчить? А, на вой, да? Даю отчет. Значит, ты, Виланша, просто это стоишь и уже после едкой гнили будешь забирать. На восьмом там или на каком? После выдоха, короче. Чтоб хилам не свечиться во время усиленного вдоха. Пельмень. Смотри, у тебя попадет. Споры в три точки ставим. В кружке не вижу споры. Обязательно все ловим споры, блядь. ДПСим. И на РЖ хорошенько. Звезда, уйдите. Так, Кулидринг, вот на тебя звезда. Если что, Вадим или зону. Так. Споры, одна под босс, одна в кружке, одна звезде. Пельмень. В Мелизоне была или нет, и что-то не получилось так. Блять. Была. Её поближе к боссу, к центру подводите, танком так-то тоже надо спору, блять. С третью надо, чтоб словили. Газ, 4 человека блюют, нахуй, вместо 3, нахуй. Сейчас последние споры, готовьтесь. Вот, разносим. Поближе к центру, кто в центр несет. В кружке нет, а вот есть. Все в центр. Пельмень. Ой, да сейчас сильнее хилим. Так, все словил. Сейчас уже после выдоха. Пельмень. Перебежали под правую. Готовимся. Гламурчен, готовь массакру на выдох. Давай массакру. Пельмень. Гимн ХП бардаунт. Все, и Вилашу хиль, частицу перевешивайте, и Вилашу хилим. Все нормально. Пельмень. Так, тут вроде не надо споры, вроде это самое, ну на всякий случай. Несу, похуй. Две споры в Мелизоне хуёво, конечно.
Споры все равно надо разносить, в принципе, это не трудно, потому что они АОЕшку уменьшают по нам. Пельмень, под правую дальше отойдите. Пельмень в РДД. На нахуй синтек или друид. Синтек. А шо синтек, что ты не хулипал? Бейте, вроде должны добить дедкой. Да, немножко право-лево можно разойтись, чтобы все не словили 300 к эту хуйни. В миле. По центру падает пельмень. Такс. Вот таки стивой НП, если он за ним. Он, правда, говно. Тебе НХ это надо было? Пояса нету. Не, руки берите на этот рейтинг. Так, руки. Кому надо? А зачем на ретрик? Затем. Надо. Но нонсетовские это плечи стоят, если у всех. Там нет, по-другому нет. Собирается. А как походу, собирается? Походу никому не надо. Там Т4 плечи берешь, запас ТТГ и, короче, штуки 3-4 шмотки фокуса. А, я понял. Осколок есть. Угу. Кто там, сука, вот у кого вот эта параша постоянно это фонит там что-то? Выключите активацию. Так, Эйя, да? А ты чё, лутанул посох? Сегодня уже ворд лутал. Или он тебе передал? Хуй пойми, короче. Уже он раньше лутал. Меня ещё лутал. Я понял, нахуй. Меня ещё лутал. Забрал. Кто там кого лутал? Погнали, тухлого ебанем. Так, Вилаша, значит, гнилого, точнее. Вилаша, значит, на боссе, я слизней. Рианти тут? Давай, заходи, НХ с вишнем. Ты не против Жена, да? Все равно ДПС хуйня. У меня тебе еще кирсуни. Ну, просто этот, РДДшник побачит. Да я бы и кирсури свичнул, был бы какой другой еще РДДшник. Да, Мордаун, конечно, ну ладно. Это потому что 12 тысяч хуета. Где там варианте? Тут нет. Так, ставим шкаф, сумоним. Так, на рендже. Пока вы сумоните, на рендже сейчас поставлю метки. Нам наша задача сделать 4 рейда, которые мы проносим. ТТГ, ГМХМ, ЦЛК и РС. Двух экземпляров. Наша задача сделать это за 3 дня. Единственный вариант это ТТГ, ГМХМ в четверг и ЦЛК закрыть. Потом на 2 дня остальное раскидать. Но это очень важно, потому что нам надо вот здесь больше времени проводить. Здесь и в ЗС и в ОКО. Так, рыба. В звезде будет... Кто там у нас, блядь? Притон и этот Вадикон. В треугольнике будет... Кто там, блядь? Кто с магов самый скилл? Шалфир и Эйя будут в треугольнике. В ромбике Равист и... Ворлд. Ну а в этом, в кружке, значит, Рианти и... Мордаун, да? Правильно? Ничего я не перепутал. Плюс они эти хоть там, блядь, прием. Рианти и Мордаун. Все, я девятый. Последний. Чё? Кто?
Последнее. В ромбе или в круге? Райан. Ты в кружке. Запомнили, понял. Кто где там? Не это самое. Значит, вы знаете тактику. Значит, вот этот самый крестик. Когда взрыв идет, вы в крестик сбегаетесь. Когда каст взрыва закончился, вы из крестика выбегаете в квадрат. Примерно. Вон, и... возьми вместо лоу ДПСа Продекса. И босса туда же. Так, а кто вместо лоу ДПСа? Кирсори убрать? Я не знаю, на кого-нибудь. Кирсори, это самое, портанись. Давай по ДПС возьмем. И выньте шкаф еще раз. Стоит. Так, остальные кто там? Дуда 8 и Продекс. Он крит дает для миликов. Если... Блять, ну пиздец. Че, обратно тогда? Или че? Ебать, 5% это много. Это много ДПС убавит. Тогда этого 228 на Продекса срочним. 228 портуйся. Кирсори обратно сумон принимай. Дуда 8, наверное, можешь забрать отсюда объект. Ой, ебать. Я понял, нахуй. Ну чё, тогда может расход сделаем. Ему все равно идти по гайпару. Мардаун-то может тогда. Я могу место освободить, ничего мне тут не надо, если этим долг надо. Да, блядь, сейчас по 25 тысяч мы место DPS освободим, блядь, и упадем нахуй. Время тикает. Давайте, блядь, принимай сумон. След раз заберет. Да он не упадет. Ничего не потеряешь. Сейчас, блядь, три объекта выпадет. Даггер должен упасть. Все, значит, это самое. Диспелите проклятие сразу, эту хуйню, эту парашу. С рейда не ливайте, кто там маг, энг. А то забагается аддон. Ну и все, в принципе. Продукс готов. Дайте какой-то баф, там хуй знает. Рарник. Баф какой-то дайте там. Каску по нему дайте. На тебе горн, блядь. Будешь с посоха заебись хуярить. Ты, о, почти, пойдет. Ты почти готов, блядь. А чё даешь? Да я чё-то каски не вижу на маге, блядь. Вот каска есть. Всё, это. Даю отчёт. Бродукс, ты под боссом. Если кто-то сдохнет, сразу блинкуешься на рейндж. Герус пула. Сводить надо только больших с большими. Это самое главное, стараться. Частицу на Вилашу передай. Хотя хуй знает, как удобнее. Лучше, наверное, на него. Вообще частицу. Ладно, похуй. У меня вылет у хукмастера. Хуёво. Так, маленький, стой. Отверни маленького от рейда. Кто там на ком шипе, блять? Отверни его. Похуй, да? Надо в рейд плюнуть. Кто это, блядь? Шелфир, блядь, спасибо. Я впервые делаю. Как это впервые? Сколько раз мы ходим? Сколько вы тут стоите? Отворачиваю слаймом впервые. По КД я это объясняю. Отворачивать, чтобы вот так вот лужа не была в мелизоне, там, в танках. Ну, отворачиваешь маленького к стене. Вот на ком-то маленький, к стене его отворачиваешь. Вот как я отвернул большого. Эй, а ты где умираешь? Так, с маленьким, главное, стены. Если фрейдом надо будет свести. Главное маленького к стене отвернуть, и все, и нормально. Так, большого с центра забираем. Так, ну, мудак с тремя стаками съел. Два маленьких сведите между собой, вот этих, на ком. Чтоб большой был.
Ага. Так, вот этот новый съел старого, заебись. Мага-мага захил. Если видите, вас не захиливает хил, и глыбу не жалейте отдать. Мы пробегаем. Что там, большой? Так, забрал. Четыре стака, блять. Следующий взрыв будет, значит. Что там у босса ХП? Нахуя еще. Так, ждем следующего маленького. Так. Держи на себе, пока этого маленького никуда не своди. Раньте, если что, тучку сдашь. Так, большой подбос. Так, забрал. Сейчас готовимся, будет взрыв. Сейчас как он до меня дойдет. Ну, если не забагается, конечно. Забагался, нормально, повезло. Так, маленький под боссом, ждем второго. Те, на ком на РДД, так и стойте. Главное, к стене отверните. Так, большой забираю. Так, замагал опять. На нем 300 поставил. О. Так, 4 из танка теперь. О. Так, большой вижу. Вот это точно, наверное. Блять, зависло. Отвезли. Отвезли. Свожу, вот это точно должен быть взрыв. Отвожу подальше. Не. Вряд ли. Да, 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 взрыв, готовимся. Да, взрыв. Стали в кресте. Стали в кресте. Теперь отбегаем в квадрат. Дал этот самый. Реально, ты отбежишь и гимн на ХП. Шалфир тоже на ХП. Быстрее, быстрее, быстрее на ХП. Как кончится это? Возвращай босса, друид ресы, друид инвалид, гламура ресы. Сейчас большого заберу. Да? Ну хорошо. Сколько там у босса, блин, не вижу. 300 вот тысяч. Что? Я квест выполнял. Фух. Травма. Травма. Ёбаный в рот, ну где мой друид, нахуй? Спасибо за даггер. Это очень похоже за мой. Так, дагер, вопрос на засыпку. Все на сегодня? Или можем еще кого? Допустим, Вальку. Не, все. Все? Не, прям как раз РТ. Я тоже на сегодня все. Ладно. Все, сейчас посчитаем ИП. Это, у кого там ассисты есть? По этот, Хулидринг тебе дал. Лингрен, это, покидайте. Дайте шкаф. Замена, плюсуйте. Плюсуйте. Потом, поставь шкаф. В чат там напишите, может, не в Дисе. Так, Рарник. Сумо не мага. Рарник, он точно тебе собрал? Надо? Не-не-не-не. Дальше Гламур Ченкер, Сория Вилани. Кому с вас кто-то нужнее? Кто-то выйдете из инста. Это? Ну шея, чё? Ну, мне не обязательно Керси. Не особо. А Вилани надо, нет? Или Гламур Ченкер? Ну, можно, можно. Гламур Ченкер повыше тебя. Всё. Тоже не обязательно. Тогда пусть ему будет. Блять. Заебёте, блять. 10%. Ну давай мне Керсери. Я понял, блядь. Среднее выбираем. Арифметическое, блядь. Теку давай. А, уже поздно. Все, Керсери дал. У него танк есть, в принципе. Так, это параша распыл. Сейчас посчитаем ЕПшку. Дай мне на транс. Так, травма кому надо? Травму, трансмок, ребят, берите. Осколок есть. Голову на трансмок возьму. Да, да, сейчас. Значит, Равист на ОФ, нелюблющий ты Гламурчен, ну, нахпала за лупа. Да, ушел. Че, нелюблющий ты закидывать, да, Равист, или че? А он ее носить будет? Ну, я хуй знаю. Это Маркус Гир. Ну, типа, ну, мне подчехать. Он... Не больше ХПС выпал. Не, понятно, что на ДЦ ты будешь носить Аркус. А нет, это на холи Приста, наверное. Ну, что, закидывать, да?
Ну, типа, травма, она на холика вот прям пойдет, у него же там много ауе. Кровь. Сейчас осколок. И это самое. Че, все там плюсунули, кто был на замене? Так, кто у нас? Что-то никого нету. Никто не блюсует. Ну, понятно. Вот, значит, 228 и Валиант были. Но остальные что, поофлись, походили. Я был на замене, только я на вреде сейчас. Кто? Ну, в рейде, ну все, сейчас получишь. Ну, значит, считаем, что 2400 плюс 2 по 300, это вот эти боссы. Что, 3000 получается. Накидываем. Все. Так, а что получается? Надо завтра профа ебануть. Профа ебануть, да? Вот с чего лучше завтра начать? СЛК сразу хуярить до упора? Да. Конечно, СЛК. Давай СЛК там. А там то уже успеем. Если мы лича ебанем, мы и ока пойдем второй токен убивать. Ну да, наверное, СЛК до упора надо гасить. Потому что, блядь... СЛК, видишь, мы все знаем, как бы, а, блядь, ока... Ой, ока, говорю, завес там, как бы, пока еще не, ну, не там... все знают. Ну, ты бы как контент. Видишь, и на Гидросе, я не помню, надо глянуть, по-моему, Берса урезанная, и на там.